Добрый день, уважаемые зрители. Мы сегодня на трибуне стадиона Anfield Road вместе с моим коллегой. И вот Ливерпуль. Очень сбалансированная расстановка, без явных слабых сторон. И можно перестроиться по ходу игры. А это стартовая расстановка гостевой команды. Итак, тренер сегодня выбрал схему 5-2-3, которая достаточно вариативна. Но при этом не самое однозначное решение на старт. Добрый день, уважаемые зрители. Мы сегодня на трибуне стадиона Anfield Road вместе с моим коллегой. И вот Ливерпуль. Очень сбалансированная расстановка, без явных слабых сторон. И можно перестроиться по ходу игры. А это стартовая расстановка гостевой команды. Итак, тренер сегодня выбрал схему 5-2-3, которая достаточно вариативна. Но при этом не самое однозначное решение на старт. Добрый день, уважаемые зрители. Мы сегодня на трибуне стадиона Anfield Road вместе с моим коллегой. И вот Ливерпуль. Очень сбалансированная расстановка, без явных слабых сторон. И можно перестроиться по ходу игры. Добрый день, уважаемые зрители. Мы сегодня на трибуне стадиона Anfield Road вместе с моим коллегой. И вот Ливерпуль. Очень сбалансированная расстановка, без явных слабых сторон. И можно перестроиться по ходу игры. Добрый день, уважаемые зрители. Мы сегодня на трибуне стадиона Anfield Road вместе с моим коллегой. И вот Ливерпуль. Очень сбалансированная расстановка, без явных слабых сторон. И можно перестроиться по ходу игры. Пару слов о домашнем стадионе Ливерпуля Anfield Road. С одной стороны, таких стадионов довольно много, с другой стороны, Anfield, конечно, абсолютно уникален. Разумеется, здесь каждый камешек, каждый сантиметр – это история. На Энфилде уникальная и неповторимая атмосфера. Прошел в России чемпионат мира, оставил после себя хорошее наследие. Я, конечно же, о прекрасных стадионах. Очень хотелось бы, чтобы ими распределились так, как подобает. На них должны играть футбол, и они должны заполняться. Это в идеале. Они получились довольно удивительными. На каждый хочется вернуться, и нельзя, чтобы они пустовали. Другого такого шанса у российского футбола может и не быть. Фабио Таварес. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграл. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Хорошо мяч перехватили в атаке.